Несмотря на отсутствие болельщиков на трибунах «Ледяного куба», этот вид спорта уже стал очень популярным в России и в мире в целом. Его фанаты ждут чемпионата мира, а пока в Сочи российские спортсмены борются за звание лучшей команды в стране. Тем более, что у победителей федерального турнира появятся большие шансы выступить в апреле на чемпионате мира. Каждый спортсмен хочет поучаствовать на чемпионате мира. К этому все стремятся, выигрывают. У нас также проходят еще региональные отборы. Допустим, в Санкт-Петербурге у нас был отбор из 20 команд, чтобы только попасть сюда. Чемпионат России проходит в дисциплине «Дабл Микс». Играют смешанные пары, замены не допускаются. Всего же в Сочи приехали 24 команды со всех регионов страны. В российском кёрлинге фаворитом является сборная Санкт-Петербурга. Правда, с каждым годом удерживать лидерство спортсменам из северной столицы становится все сложнее. Уровень команд в других регионах быстро растет. Поэтому чемпионат России ожидается интересным и зрелищным.